Вот приехал человек, говорит, потолок на голову падает. Мерседес, 210-й кузов, Ешка. Такого состояния потолочек. Выбрал черный материал. И сейчас мы его перетянем. Для начала снимаем старую отливку. На таких старых машинах она снимается довольно просто. В каждом наброске, в каждом черновике, учитель продолжает в своем ученике. Теперь нам понадобится обычная щетка по металлу и вот этот старый поролон. Максимально надо вычистить. Сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Второй этап у нас нанесение клея, так сказать, прогрунтовать надо потолок клеем. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены. После здесь того, как первый слой полностью высох, в темноте тобой зашел и фонарь. Я начинаю наносить второй слой и начинаю клеить. Тысячами надо меняет, после меня будет. Тысячами меняет, в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Я наношу его частями, потом подогреваю феном. Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Когда меня не станет, буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Моих детей и голосами их детей.
В общем, вот итоги проделанной работы.